Друзья, всем привет! С вами Санек. Ну, очередная доработка, соответственно, моего китайского токарного. Вот, покажу, что здесь сделал. В общем, будем сверлить сейчас на автомате. В качестве вот заготовочки использую кусок полуоси, чисто показать. Возможно, кому-то пригодится. Вот. Зацентровал уже сверло 8,5, длинное такое. Зацентровал, чтобы оно попало туда, куда нужно. Вот, с первого раза. Имею вот такой вот УЦИ, но не имею линейки на задней бабке. Вот. И подавать патрон, не зная, какую глубину нужно. В принципе, вот привязал сверление вот к оси Y. Вот как-то так. Ну давайте, что там, просверлим заготовку. Сейчас вот так вот подвожу, да, вот, как мне нужно. Вот здесь вот обнуляюсь. Это и здесь. Это поперечка, она роли большой не играет. Мне нужна ось Y. Вот, как-то так. Запускаем немножечко маслица. Сожи нет, поэтому немножко маслица. И поехали сверлить. Все, станок сам сверлит, друзья. Еще и показывает глубину. Ну, я сейчас пройду насквозь. Она небольшая, вот такая. Вот. Полный контроль. Если нужно засверлиться на какое-то определенное расстояние, всегда можно это сделать. Прекрасно. Просто замечательно. Вот, как-то так. Уже прошел 36-37 миллиметров. Ну, здесь порядка где-то 50. Сейчас она уже и выйдет сверло. Не знаю, какой обрезок длины, но небольшой. Все, закончилось. Вот такие вот, друзья, дела. Сейчас покажу небольшую доработку. Ну и, собственно, сама система. Раз. И два. Два уголка с двух сторон, которые крепятся вот к суппорту и к задней бабке. При этом перемещение происходит штурвалом суппорта. В общем, как на взрослом станке. Это мне подсказали в одном из комментариев прошлых видео, где я делал вот сюда большой штурвал. Колеса не сделай, как на взрослом станке, чтобы суппорт тянул заднюю бабку. Вот оно простейшее решение. Два кусочка уголка по размеру. Здесь у меня линейка стоит. Вот. Форма у них вот такая. Чтобы не мешало вот, как называется, регулировки, да, самой задней бабки. Просверлены. Здесь два отверстия. Ну, соответственно, здесь два отверстия. Нарезана резьба, все прикручивается. Также же и по два сделал здесь. Хотя, на всякий случай, по два, ну, достаточно будет и по одному винту, мне кажется. Все это выставлялось и настраивалась в зажатом, так сказать, состоянии, когда задняя бабка, да, стояла так, как ей нужно. Ну и, соответственно, здесь все то же самое. Сейчас откручу, отодвину и покажу со стороны. Выкрутил 4 болта,
На 4 болта уходит где-то минута времени. На 2, соответственно, в 2 раза меньше. Все. Спокойно выезжает. Спокойно, друзья, заезжает. Не попал, да? Вот. Никаких проблем с этим нет. И снимать их не нужно. Вот здесь они на постоянку. Под масленки сделал выборки такие здесь. Там вообще просверлился. Вот, вот и все. Если понадобится автоматическое сверление, привинтил и работай на автоподаче. Никаких проблем. Вот. Как-то так там аналогично сделан уголок. А скруглил так, чтобы не цепляться. Ну, мало ли что. Вот такие вот дела. Пристегивается с зажатым рычагом. Завинчивается, отпускается. Все, никуда не девается. Вот такая, друзья, простая доработка. Это на всякий случай. А вдруг пригодится. А у меня уже есть. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.